Приветствую вас, давайте разбираться с тем, что вы написали. Итак, вы пишете, значит, ситуация такая, нам по 28 лет, кому вам? Вы пишете, на днях отмечали день рождения коллеги, там был молодой человек, с которым мы общаемся. То есть вам и молодому молодому человеку по 28 лет. После окончания все разошлись, и мы в том числе, этот мужчина, который мне нравится, начал обнимать, целовать, это, конечно, все хорошо, в итоге пошли гулять по городу, потом продолжили провести время вместе. Вам мужчина нравится, но непонятно, какая у вас история отношений в принципе с ним. Если он вам нравится, действительно нравится, то, значит, ну, скорее всего, вас что-то связывает, я так думаю. Ну, если он вам нравится. Если он вам нравится просто, но вы не общались, и общего между вами ничего нет, то это совсем другое дело. Когда, значит, снова стал меня обнимать, я заметила, что у него появилось возбуждение. И что? Когда раньше с другими мужчинами было дольше по времени, у некоторых не получалось, и мне как-то было неудобно. Еще по истечению времени он назвал меня ненасытной. Кто он, не очень понятно. Молодой человек или один из тех мужчин, с которыми вас дольше по времени не получалось. Значит, ну опять же, все индивидуально, да, и для чего нужно сравнивать мужчин, не очень понятно. От чего у мужчины так быстро началось возбуждение? Ну, от близости с вами. И от того, что как бы, ну, может быть, от того, что у него давно не было секса, и, может быть, потому что вы ему тоже нравитесь, как и он вам. А, может быть, вы совпадаете с его образом женщины наиболее привлекательным для него. А, получается, он и без моего участия уже себе представил. Нет, это совершенно не обязательно. Возбуждение могло быть просто из-за того, что вы находились вместе рядом и все. То есть фантазировать совсем не нужно. А вот то, что вы подумали об этом, говорит как раз таки о том, что вы сами в себе, может быть, не уверены. То есть недооцениваете себя. Или думаете, что недостаточно привлекательны и так далее. А мог он от слов так сильно возбудиться? Да, мог. А или он давно хотел вступить в половую связь со мной? А, аноним, а вот как вы считаете, могут ли психологи ответить вам на этот вопрос? Если да, то как? Откуда? Откуда психологи могут знать, чего хотел ваш мужчина? Надо хотя бы с вами обсудить его, хотя бы сделать анализ ваших отношений, его поведения, и тогда будет понятно. А так, неизвестно. Неизвестно. Просто говорят, что алкоголь притупляет ощущения. Алкоголь притупляет ощущения, но в больших количествах и сугубо индивидуально. Смотря какой алкоголь. Еще. Это означает, что у него со всеми девушками так. Так это как? И нет, это не означает, что у него со всеми девушками так. Это опять же у вас идет поведение сравнения, у вас опять же идет сомнение в себе, да? Вы сомневаетесь, точнее, в себе. Ну, вот. И вот это вы, да, это так. Это вот однозначно, что вы себе сомневаетесь. Это да. Это так. А вот что касаемо
со всеми ли девушками у него так или нет, это нет, это нет, не со всеми девушками, однозначно. Вот. А, исходя из всего этого, я полагаю, что вам нужно над моделью женского поведения поработать над своей самооценкой, вот, страхами, возможно, над отношением к сексу тоже, то есть, ну, чтобы более проще относиться к нему, тем более, если вам 28 лет, да, то есть, уже не дети, уже опытные достаточно люди, вот. И, соответственно, больше ответственности, то есть, мужчина, он предложил вам провести время, да, то есть, может быть, он и ничего не хотел с вами вообще, то есть, просто переспать и все. Плохо ли это? Нет, это, норм, это нормально. Абсолютно, абсолютно, это абсолютно нормально, вот. Другой вопрос, чего ожидаете вы, да, другой вопрос, чего хотите вы, вот, это уже совсем другая история, это уже совсем и другой опыт. История. Вот. И с этим вам нужно разбираться. И завершить свой ответ. Я бы хотел таким вот небольшим вопросом, да, к вам. Это вопрос такой, для чего вы все вот это спрашиваете? Зачем? То есть вы спрашиваете все это про него. Для вас это все какое значение имеет? Именно для вас. Вот, об этом вам стоит подумать. И тогда, я думаю, если вы с этим разберетесь, а также если вы будете лучше отдавать себе отчет в том, что вы хотите от мужчины, то ситуация будет нормализовываться все лучше и лучше. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, вы можете написать мне их в личку. Я буду рад помочь. А если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. А я желаю вам всего самого доброго и удачи.